Всем привет с Туманного Альбиона. К сожалению, я не смогла присоединиться к вам сегодня, но мне предоставилась возможность украсть две минутки вашего внимания, и я этим воспользуюсь. В наше время общедоступного туризма и возможностей вне Эстонии нас разбросало по разным точкам планеты, и мы находимся в тех местах, куда привели нас мечты. За эти 12 лет многое произошло, и многое изменилось, и я изменилась. Если вкратце, то живу в Лондоне, занимаюсь видео и фотографией, веду канал с песнями. Недавно занялись съемкой короткометражного фильма. Хотелось бы поделиться с вами, как когда-то мы все смеялись и болтали обо всем и ни о чем. Спасибо тем, кто пришел сегодня и находится рядом с нашей второй мамой, Марией Маркиановной. Спасибо, любимая школа, ведь это время было и будет самым часто вспоминаемым в нашей памяти. Спасибо одноклассникам, что были рядом, что мечтали и поддерживали. Надеюсь, ваши мечты сбылись, или вы на 100 шагов ближе к ее исполнению. Мечтайте, будьте счастливы. Ваша Наташа.